Ну что, народ, всем привет. Мы едем втроем в Ларгусе. Едем в транспортную компанию забирать мотор на тридцатку, который мы будем собирать вот для Миши. Он наконец-то созрел на летнюю машину. Но я один не хочу летом кататься, на самом деле. Ввожу в курс дела. Купили мы тридцатку в Тюмени. За сколько бюджет будем раскрывать, нет? В общем, купили недорого, но с эвакуацией, со всеми пирогами, она сидит уже... Все еще недорого. Все еще недорого, да. Потом, если интересно, может быть, раскроем карты. В общем, смысл какой? Тачка была уже боевой корч, уже даже выступала на соревках, но у нее по каким-то причинам долбанул мотор, вот, и мы ее забрали со сломанным мотором. Мы не стали там выяснять, что к чему и почему. На моторе на этом уже долбили. Сколько? Года два, да, судя по драйву? 3 или 4. А, ну 3 или 4 года на нем долбили. Мы решили сразу же заказать со Владика мотор. Собственно, вот он и приехал сегодня. Мы сейчас едем за ним. Жесткая внештатная ситуация. Человек, который нам помогать будет грузить мотор, пришел, по всей видимости, пешком. Привет. Привет, здорово. Мы думали, что ты на тачке, потому что мы втроем приехали. Я тоже думал, что я на тачке, я только права в ГАИ. Ну, короче, мы с тобой сегодня едем в кабине, значит. Ну, это хорошо. Ебать, он что, с доками? Конечно. Мне доки сразу выслали, что они будут. Мотор с документами. Есть. Хороший вопрос. Сейчас. Как все заталкивает? Мне кажется, его сначала на землю спускать, а потом туда. Давайте попробуем его приподнять. Давай попробуем. Мне кажется, хуйня выйдет. Идем, распишемся. Да, все нормально. Закинем. Короче, решили заехать на пандус, чтобы грузить попроще было. По высоте смотри. Еще выше. Сейчас вроде пойдет. Миша, а мы-то где поедем? Там. Перед ним, походу. А, ну да, мы сейчас через дверь зайдем. В принципе, можете на них сесть, они не порвутся. Не, главное, лучше товар не лучше не портить. Я лучше на картах поеду. Все, давай, пока. Пиздец. А, у нас есть доступ тут к небу. Ну это, у нас тут связь есть, если что, да? Да, я вас вижу. Тебе бы номера протереть. Ну тут хоть свет есть. Нет. Небольшой ликбез. Как ориентироваться в замкнутом пространстве? Включаешь навигатор и смотришь, где ты едешь. Перемещение. Не кирпичи приехали, слава богу. Ну реально так-то быстро доехал мотор. Да, я уже не помню, когда мы его заказали. Я же не помню, когда я тачку купил. Ну месяц, наверное, прошел уже точно. Хотя, ну недели... 3 точно. Да, мы же в этом месяце ее забирать. Пожалуй, это единственные самые приятные распаковочные движения. Короче, вот такая вот ВКушка приехала. С лапами. Он ехал ЖД перевозкой. Он уже даже заплесневеть он успел немножко. Все заклеено. Он заплесневел пока с Японии ехал. Че, когда занимаемся-то? Тачку когда гоним? Он вообще, блядь, крендель сказал, что я не хочу дрифтить, собирать, ничего, мотор приехал, он уже вон стоит, пачку сушит свою. Так что, я думаю, мы, возможно, сегодня даже перегоним тачку сюда. И завтра она выйдет. И завтра она выйдет. Раскидаю по планам. В планах притащить тачку, взять всю навеску, накинуть все прямо здесь, прикрутить сцепление, маховик, коробочку. То есть по максимуму собрать все и нашим вот этим гусем, дай бог, чтобы он, короче, это все смог сделать. Он самопальный, из говна и палок. И все это закинуть в машину уже. Непосредственно. Как заявляли нам, мотор, короче, с пробегом до сотки. По состоянию вроде пушка. Также, да, мы уберем сразу же термостаты все. Передний, задний, потому что тачка будет летняя, чтобы минимум проблем было с этим, с охлаждением. У меня уже все убрано. Да, и мотор, кстати, Нео приехал, но почему-то с железными крышками. Ну что, господа, мы добрались наконец-то до тридцатки, которую на руку будем собирать.
Вот. Сейчас тут манипуляции проведем, чтобы на трос цепануть. Вот так вот тут у нас происходит зацепление буксировочного тросика. Все, тянется на тросике. Пошел разбор. Короче, мы решили снять сейчас всю морду, поскольку здесь башбар. Все офигенно можно быстренько скинуть и загнать. Сука, на стяжках, бля, все как я люблю. Ну это же прекрасно. Башбар тут варил лютый сварщик тюменский. Прям пиздец какой-то. Поэтому нам сказали, что за него лучше, блядь, не. Уши на подрамнике, я смотрю, уже не родные бэховские. Под рейку. Миша сейчас прокатился, сказал, что рейку что-то подкусывает. Будем разбираться дальше. Ля, какой салон. Руль-то мы уже поставили. Тут вон еще один мотор у нас будет в зипе. Мы его соберем, скорее всего, и уберем в запас. Вот так она мне больше нравится. Так, ну у нас тут нюансы образовались. Чуть-чуть не попадаем, жопу перекинуть не получается, потому что там пол мотора. Сейчас старая школа будет творить чудеса за диск и за тачку. Чуть-чуть. Да, мы сейчас упремся. Закроешь? Все, поставьте что-нибудь под колесо. Да, вряд ли.